вас есть парень? Нет. Напишите вашего идеального парня, как он должен выглядеть. Выглядеть? Ну, вообще, выглядеть или качество? Он должен быть христианин, любить Бога, быть мужественным, сильным внутри. Вот, наверное, так. Брюнет, высокий и смазливая внешность. У вас есть парень? Нет. Назовите свой идеал. Какого вы бы хотели парня? У меня нет идеала. Ну, хотя бы примерно, какие качества важны? Я думаю, доброта, забота. Все. Высокий, умный, красивый, брюнет, кудрявый, может. Цвет глаз? Не принципиально. Не люблю голубоглазых. Не знаю почему. Не принципиально. Внешне. Высокий брюнет. Высокие кудряшки, адекватный, заботливый, относится с уважением, не знаю. Короче, высокие кудряшки. Это мужчина брюнет с карими глазами, с красивой улыбкой. Мы же внешние факторы, да, описываем? Исключительно внешность. Высокий и хорошо сложенный. Следующий вопрос. Есть парень? Нет. Можешь описать своего, ну, идеального парня? Каким он должен быть? Выглядеть именно? Да, да. Высокий, подкачанный, светловолосый. Ну, во-первых, высокий, потому что, как бы, видите, мороз. И мой. Если он такой вот будет, конечно, да. Типа нужно... У меня 1.74 м, у нее 1.78 м. Вот. А еще? Что еще? Брюнет. Кареглазый. Нет, светлоглазый. Не, а мне как раз светлоглазый больше нравится. Вот. Светлоглазый, ну, без разницы, какие волосы. А мужественность, сила, ответственность. Я думаю, он должен быть выше 180 сантиметров. Ну, конечно, цвет волос не важен, но я думаю, что он должен быть спортивного телосложения. Волосы либо блондинистые, либо темные, в зависимости от нации. Если он китаец, тогда темные, понятно, у него будут волосы. Вот. У него должны быть красивые черты лица. И он должен иметь хороший заработок. Высокий, какие? Красивый, умный, все. У вас есть парень? Нет. Хорошо, назовите идеального парня. Какого бы хотели? Заботливый, умный и богатый.